Да, так поровнее. Привет еще раз. Опять неровно. Вот для чего нужен уровень. Я тут нашел старые деревья, очень старые. Тоже огромные величины. Но это, скорее всего, тополи, поэтому они могут вырасти так за около 70 лет. Калимера. Калимера, my friends. Сегодня на греческом. Всех поздравляю. Отправляемся в новый поход. Ну, узнайте. Будет интересно, подписывайтесь. Сегодня тема Сигма Луната. Все узнаете. Часы забыл. Там лунный календарь. Без него никак. К сегодняшней теме тоже имеет отношение. Пять значений, пять загадок. Вот такое сегодня будет. Друзья мои, мы направляемся в место, где получим много ответов. И для тех моих подписчиков, которые задавали вопросы про карты, и для тех, кто спрашивал про гиперфокал, и тех, кому было интересно Flickr и Explore, на все эти ответы мы сегодня получим ответы на все вопросы. Так что подписывайтесь, я думаю, что будет все нам. С этого места мы снимали пейзаж про березы. Ну, вот домик тут такой. Но интересно в том, что там еще один домик виден. Если внимательно посмотреть. Этот домик сегодня имеет непосредственное отношение к нашему путешествию. Узнайте, что дальше. Что вы думаете, это маяк или остатки катера, или то и другое? Маяк Фарос по-гречески. Ну что ж, мои дорогие, 3 дня назад мы записывали с этой точки начало вступления со смены 8М, да? Красный домик, который вот ветка мешает. Вот он там. Так вот, почему сегодня приветствую на греческом? Почему мы начали день с греческого алфавита? Ну, во-первых, скажу вам, что со мной лунные часы. Сегодня старая луна, закатывающаяся, да? Ну и события интересные, которые происходят сейчас по всему миру. Их все фотографы запечатлели. В Explore сегодня огромное количество фотографий с этим объектом, я бы так сказал. Ну и тема очень простая. В греческом алфавите есть замечательная буква обозначения сигма, которая совершенно уникальна. Уникальна почему? Ну, во-первых, оно имеет отношение к математике, к наукам точным, в том числе к хай-фаям, которым я занимаюсь, дельта-сигма-модуляция. Кто не знает, что это такое. Математика – это сумма, сложение. Ну и вот как-то этот месяц у нас все складывает, какие-то происходят процессы, да, я могу сказать. Так вот, эта буква уникальна чем? Я думал, что она имеет 2 написания. Это сигма большая такая, сигма маленькая такая, интересная, похожая на бублик такой, который арт я делаю. Оказывается, есть еще третья уникальная. И в греческом алфавите это единственная буква, которая имеет как минимум 3 обозначения. В конце слова, в некоторых, да, имеется еще дополнительно одно значение, которое тоже сигма. Его это обозначение путают с другой буквой, да, но это не суть. Самое интересное, если копать глубже, то оказывается,
вот эта Z, перевернутая W, да, у меня есть фотографии, имеет отношение к зло нашей русской буквы старинной, да, которую удалили. Но речь сегодня не про это. Речь сегодня совершенно про фантастическое явление, которое я обнаружил. Путешествуя по Греции, я часто видел иконы, в том числе Агиос Николаос, древний храм, там икона тоже 15-16 века в других местах. И там почему-то Агиос писалась на конце буква наша S, так называемая. Так вот, оказалось, что все намного серьезнее. Эта буква имеет отношение и обозначается как Sigma Lunata. Полное название латинское – это Sigma Lunatum. И до сих пор ученые спорят, почему это такое написание, что буква Sigma имеет еще обозначение как буква C, русская S. Причем два версии – большая и маленькая. И в иконах, но в древних, кстати, греческих каких-то написаниях она не встречается. Встречается в определенный период. И это наводит на очень интересные размышления по поводу истории, которую нам преподают, по поводу письменности. И, ну, сегодня будет и про словесность, ну и, соответственно, про все, что сегодня. Война, поскольку я говорил, что идет сейчас на многих фронтах, в том числе и на интеллектуальном, и меняются знаки, меняются какие-то понятия. Так вот, Фавионыч, он уже застолбил, Фавионыч, от Фавиона, да? И Sigma Lunate, Sigma Lunatum, то есть это, в принципе, одно примерно то же самое. Скрытое значение ее до сих пор не установлено, но определенно оно имеет отношение, во-первых, к чему-то сакральному, во-вторых, к чему-то новому. И в этой связи я хочу напомнить, что сейчас вот с этой точки, где мы стоим, можно будет наблюдать до 25 числа и после 25 совершенно уникальное явление. Это комета, которую обнаружили в 20 числах марта, мой день рождения. Называется она Neo Weiss. Weiss по-немецки, по-русски это мудрость. Ну и новая мудрость, как говорится. Поэтому, во-первых, мы это запечатлим. Ну и, во-вторых, новость какова? Новость такова, что этот красный домик, того места, где мы сейчас пойдем с вами, он попал сегодня в Explore, так что поздравьте Фавионыча. Он сегодня где-то на 200-й позиции. Ну, сейчас еще только утро, поэтому все еще впереди. А я уже говорил, что если попадаете в пятницу, соответственно, суббота, воскресенье, все ваше. Поэтому надеемся, подписываемся и ждем. Так, друзья мои, начнем с новой локации. Я обещал вам когда-то показать быстрый способ разборки штатива. Вроде с чайкой, хотя и отсрочка. О, провод мешает. Думаю, что мешает вам провод посмотреть за этим процессом. Говорил по поводу того, для чего нужны шипы. Но вот здесь как раз у меня там болото, оно достаточно топкое, но тем не менее есть доски, есть какие-то камни, поэтому я для этого использую шип. Ну и, собственно говоря, с этой точки я вижу. Я, кстати, настроил полярик сейчас. Солнце находится под углом 90 градусов, поэтому будет выделена зелень. И, соответственно, вы видите, что здесь плавный такой план интересный. Да? Я его сделаю в цвете и сделаю в монотоне. Мы сегодня, кстати, будем разговаривать про поводу монотона. И в этой связи могу упомянуть те события, которые сейчас происходят. Народ синий просто, блин. Все развалили. Кругом, блин, бутылки, кругом костры. В общем, какое-то безобразие полное. Так вот. Всякие там движения, которые сейчас происходят, да? Мороженое обвиняют в ЛГБТ, еще там какие-то вещи, да? Так вот, скрытое значение мудрости и, собственно говоря, одно из значений буквы
который мы сегодня рассматриваем, это Сигма Лунаты, заключается в том, что люди, которые хотят переименовать Белый дом в черный, какие-то вещи там их оскорбляют, их какие-то интересы глубоко, причем они в говне находятся сами. Но при этом меня почему-то не должно оскорблять то, что черная-белая фотография, да? Почему она черно-белая, да? Напишите, кстати, в комментариях, почему она черно-белая должна быть, да? Я, например, считаю по-другому, вот так вот считаю. Так вот, почему она должна быть черно-белая, а не бело-черная, да? Вот бело-черная. Мне бело-черная больше нравится. Спрашивайте, почему здесь голубое? Ну так мы сейчас с вами переместимся в позицию, где у меня бело-голубая фотография. Она так и получилась, так и называется. Итак, друзья, пока я сменил черно-белую фотографию на бело-черную, я вам покажу, что я сейчас сделаю, чтобы у вас какой-то некий интерактив все-таки был. Значит, смотрите. У меня стоит видоискатель, о котором я рассказывал. Дальше я хочу сделать весь план, большинство резкий, и поэтому буду использовать так называемый гиперфокал. Я обнаружил отличную программу, которая написана нашим соотечественником для расчета гиперфокала любых объективов с любых расстояний. Более того, эта программа рассчитывает искажение, блюр так называемый. Кстати, хороший кадр. Пока не будем отвлекаться, чайки заходят. У меня сейчас стоит 7.1, я сфокусирован примерно на 10 метров. Чайку лучше ловить, когда она белая, да, на темном, на чем-то. Вот сегодня две. Два объекта не очень хорошо, три объекта хорошо. Но резкость сигмы и поляризационные фильтры, которые я ставлю, позволяют сделать очень четкие кадры. Я думаю, что вы это видите неоднократно, да? Опустил вас совсем низко. Так что вот. Используйте этот режим. Я снимаю на семерке, на закрытой. Вот, кстати, на темном фоне хорошо достаточно будет видно. Жесткий тяжелый штатив, поэтому я могу без задержки снимать. Большая половина кадра, если вы видите, у меня две трети содержит залив, соответственно, купальницы, ну и дальний план. А меньшая, третья часть по золотому, я сделал это... Небо. Небо сегодня пустое, без облаков, поэтому оно такое. Можно сделать, в принципе, уменьшить, но здесь, видите, такая некая глина какая-то расплывчатая. Можно, конечно, попробовать с нижней точки это снять, посмотреть, что получится. У меня получается, что он наклоняется, и я хочу поставить вот эту ножку. В этом плане вот штативы, которые имеют вот такую конструкцию, которая позволяет ноги делать на разных расстояниях, такое словосочетание, да? То есть я вот таким вот образом могу сделать. Более того, я могу еще накренить, не разбирая всю конструкцию. То есть вот таким вот образом сделать. И опустить сразу на нижнюю точку. Понимаете, да, о чем я? Ну вот, друзья, то место, с которым я говорил, это тот ракурс, которого я получил вот этот домик, который справа, люди там находятся, слева рыбак, видите, здесь интересные пару кадров я сделал, сегодня ветер напротив нас, я еще пару кадров сделал, ну вот красный домик, и почему рубашка с голубой полоской, я сделал один вариант как раз вот с того мыса, вот с того, с той стороны, там сделал это все в бело-синий такой, работа с каналами, я об этом говорил. Поэтому сегодня, видите, с правой стороны никаких рыбаков нет, поэтому можно сменить ракурс и получить какой-то интересный новый прочтение. Но мне этот красный домик нравится, честно говоря. И здесь, видите, овал, если посмотреть внимательно, да, несмотря на то, что колеблется микрофон, колеблется вся наша конструкция. Но вот в этой части, видите, здесь овал такой. Я их очень люблю, и Explore, я так понимаю, что тоже их любит. Соответственно, видите, еще один овал здесь вокруг рыбака. Поэтому пока мы тут общаемся, я с вами попробую еще применить мой универсальный видоискатель и поймать рыбака в точке зрения, именно когда он закидывает какую-то штуку. Ну, лишнее. Да, я рассказывал про ракурсы необычные, но вот сейчас покажу, как это выглядит. Здесь труба, ну и сзади там вот такая штука. Ну, я сделал такой арт в циане, да, ну, вот с этой точки. Если посмотрите, будет видно. Вот. Он достаточно хорошо смотрится, причем я его сделал на iPhone.
передохнем немножко. Наверное, поедем на автобусе. Что-то как-то... Итак, друзья, мы с вами доехали до того места, где нам нужно. Ну, я тут по карте посмотрел. Вы же знаете, я люблю сюрпризы, как всегда. Поэтому на машине я здесь был несколько раз, но пешком хочется пройти максимально интересной дорогой, чтобы вам показать что-то, к чему мы идем, да? Ну, надеюсь, что не будете скучать. Да, кстати, мы идем ближе всего к точке 30-го меридиана 60-й параллели, если что. Вы помните мое видео по поводу карт и по поводу мест силы и всего остального, поэтому мы движемся именно туда. Можете, кстати, посмотреть, где это. Сложно себе представить, да, что всего в 5 минутах ходьбы будет абсолютная тишина. Здесь такой рев, трасса. Ну, мы как раз идем в это место. Вот, друзья, мы находимся с вами не в Кронштадте, как вы думали, хотя памятник находится здесь, Кронштадту. С левой стороны видит надпись. Мы находимся в Лисьем носу. Уникальное место, древнее поселение, много лет. Первое упоминание больше 500 лет назад. А пойдем мы с вами сейчас вдоль улицы, дорожки, которая идет вдоль меридиана 30-го, на котором стоит Киев, на котором стоят пирамиды Гиза, озеро Виктория, Санкт-Петербург, близко к Новгороду, ну и другие города. Это все знаки. Мы пойдем по этой улице и выйдем, соответственно, на набережную. Я вам покажу еще один интересный аспект, связанный с греческими буквами. Ну и черно-белые фотографии, конечно. Да, друзья, похоже, мы вышли на эту дорожку. Здесь даже знак лисицы стоит, такой интересный. Ну, в общем, я пытался... Называется она... Это улица Новоцентральная. Такое название я нашел, которая, собственно говоря... Ну, она вообще интересно сделана, эта улица. То есть мне понравилось то, что, во-первых, идет сразу к заливу. То есть никаких таких каких-то плутаний не получится. Но заодно мы с вами посмотрим необычное строение. Необычное с точки зрения истории, с точки зрения... Ну, фавионы очень интересные, да? Ну, и фотографии, конечно. Друзья мои, мы напротив с вами кинотеатра «Чайка», который будут восстанавливать. Сейчас попробуем подойти поближе, заодно вы увидите, что такое строение именно в сталинском стиле. Может быть, вам это понравится. Ну, я вижу, например, с этой точки можно сфотографировать. Ну, прежде чем что-то делать, мы, конечно, наверное, посмотрим все вокруг. Ну, вот так это выглядит с одного фасада. Ну, как бы сбоку видно дорический стиль, насколько я помню, греческий, да, тоже имеет отношение к гречески. Вот эти колонны нам решили, ну, видите, они внутри кирпичные, то есть это то же самое, что сейчас в современных храмах делают, строят кирпич, бетон, а потом делают оснастку. Вот, мои друзья, я встал на оппозицию, нашел интересный, как бы, ракурс, солнце мне сейчас попадает в объектив, но я вам покажу сейчас, что я хочу сделать, и нашел место для того, чтобы моим углом, моим объективом это сделать. Задняя часть здания, ну, здесь не очень хорошо видно, сейчас я переключу. Так, наверное, лучше видно. И опять, видите, березы. Мало того, что береза, еще и иван-чай. Останется найти несколько ракурсов, да, чтобы эту запечатлеть пока. Потому что никто не знает, может быть, это здание снесут, не станут его восстанавливать. Так что увидимся. Елки кругом ели.
кстати, можете наблюдать, вот видно, что эта березовая роща, она посажена. На самом деле она идет через некоторые участки, и они занесены в охрану, эти дубы, много лет. Друзья, настал черед. Мы вышли в это место. Честно говоря, первый раз здесь пешком. На машине очень давно был, но все очень сильно изменилось. Ну и мы перед вами видим солнечные часы, лунные часы, как хотите называйте. Ну, в общем, это тоже дельта или сигма. Следующая буква, которую мы будем рассматривать. Здесь великолепная набережная. Лунный все пляж. Народу немного, поэтому смотрите. Видите, здесь цифры. Ну и, собственно говоря, зачем солнечные часы, почему? Видите, отчет. Ну, будем по порядку. Вот, видите, 11. Здесь 6. 3. 12. Видите, что тень находится чуть больше 12. Сверим часы. Я не знаю, видно или нет. Сейчас 12:33. Так что время по солнцу, по луне, сигма лунаты определяется с помощью таких часов. Ну и, соответственно, можно сделать черно-белую фотографию, поскольку здесь все оборудовано прекрасно. Деревянные настилы, все, что нужно. Вот, друзья мои, ракурс имеет значение. Здесь вот урны, которые мне мешают. Но видите, я думаю, что слышите вертолет, который летит. Сегодня чистое небо, практически нету. Сегодня пятница, еще рано. Вечером здесь будет очень много народу, я уверен. Поэтому мы сейчас с вами днем пройдемся, посмотрим, что интересно можем обнаружить в Лисьем носу. Ну и дойдем до самого Лисьего носа. Что, друзья, хорошее место я нашел. А то черная или черно-белая фотография. Мы с вами находимся практически в полдень, в самой высокой день. Солнце, час дня. Но тем не менее, черно-белая и белая черная фотография, можно заниматься даже в такое время. Сейчас проходили мимо забора, там все закрыто, я хотел попасть на один объект, но не получилось вот сегодня. Значит, сегодня продолжим съемку на побережье. Ну и, собственно говоря, перенесем этот поход, я его зафиксировал, поэтому почему я говорил о греческой букве. Тишина, спокойствие, никого нету. Так вот, значение сигма лунаты как раз это скрытое значение, которое скрыто от обычных людей. И люди, которые использовали эту букву, я думаю, что наверняка владели какими-то секретами, тайным знанием и тому подобным. Поэтому выбор черно-белой фотографии или бело-черный. Это всегда за вами. Важно понимать, что это в любом случае фотография, это искусство, это часть себя, и поэтому инструменты, которые вы выбираете для этого искусства, они должны подходить именно для вас. В данном случае, вот я всегда показываю, сегодня у нас Sigma Favion DP3, и поэтому мы решаем
какая будет фотография. Черно-белая и бело-черная. Как-то не хотелось бы покидать это место. Это замечательная ольха с шишечками, которая нас приютила, да? Вот она здесь. Но мы покинем все равно. Пойдем на следующий пляж вдоль берега. Ну, друзья мои, тот момент, когда требуется ставить штатив, во-первых, потому что я хотел захватить рамку. Это естественные рамки. В данном случае увидите такую беседку. На дальнем плане камень. Солнце у меня сейчас поперек, поэтому проекционный фильтр не будет работать. Поэтому я прибег вот к такому приему. На границе света и тьмы. И тени я поставил на штативе с нижней точки, чтобы получить вот эту треть, которую вы видите, чтобы была некая тень. По большому счету надо было еще выйти назад, чтобы всю эту палатку поместить. Но я не знаю, насколько блендер у меня будет работать. Мы сейчас попробуем это сделать тоже. Так, друзья, еще один ракурс я вам покажу. Здесь интересные объекты. Это специальные вот такие штуковины для того, чтобы пляж чистить. Камень вот этот сердцевидный. И видите дерево на дальнем плане, еще один валун. То есть я это буду отрезать вот таким вот образом. Сейчас по руке будет видеть, скорее всего. Вот так я это отрежу. То есть мой кадр будет вот так. Ну, понятно, что iPhone показывает более широкий угол. Я снимаю на портрет, поэтому у меня будет с верхней точки, потому что с нижней точки уходят вот эти красные объекты, их не видно будет совсем. Соответственно, я один кадр сделал с этой позиции. У меня сейчас улетел телефон, точнее камера. Сейчас покажу, но, наверное, скорее всего, здесь не будет видно, будет только меня, наверное, видно отражение. Ну, в общем, смысл такой, я на разных диафрагмах и поближе сниму крупным планом. Ну, сложность как раз в таких ситуациях, когда много интересных объектов на разных планах или широкий угол, который искажает, да. Ну, соответственно, мне хочется получить еще дальний план, соответственно, говорим о гиперфокале. То есть я буду на дальний камень наводиться, ну и заодно птиц искать, потому что без птиц, без оживления здесь не хватает кадр. Попробуем еще вот выдвинуться назад, посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, в этом что-то есть. С этой точки тоже интересно. Да, никогда не знаешь, что оживит. Птиц нет, но зашел человек в кадр. Ну и, соответственно, получилась интересная композиция. Домик я практически обрезал. Ну, надеюсь, что вот эти ближние тоже зашли. Я снял на 11-й. Сейчас сниму еще на 8-ке, поближе сфокусирую. Ну, зато с вами рассмотрим, что такое гиперфокал. Видите, как iPhone реагирует на все это наше приключение. За мной, ребята, невероятного размера липа. Я таких вообще никогда не видел размера. Ну, в общем, не удалось мне пройти на заброшенное вот это здание, которое я хотел. Ну, туда надо вдвоем, конечно, на закате, наверное, скорее всего, на рассвете ехать. Поэтому я, в принципе, не предполагал, что у меня получится. Но, во всяком случае, я узнал дорожку. Теперь точно знаем, как за нее зайти. Но зато я нашел несколько интересных локаций на заливе. Плюс удалось поснимать без скопления народа интересное с видами на пляж. Не дождались мы птиц, но зашел человек в кадр такой восточной внешности. Я думаю, что кадр получится нормальный. Плюс я не успел рассказать вам, да, но я хотел заострить внимание именно на штативе, который мы сегодня использовали. То, что в тех сложных условиях против солнца, которые я сегодня делал, понадобились вот эти именно отдельные регулировки по отдельным направляющим. И слава богу, что у меня такой штатив, я это знаю. Потому что шаровой головкой я бы там бы ничего не сделал. Потому что мне не хватало расстояния фокусного для того, чтобы поймать все эти камни, цветные объекты. Ну и гиперфокал. Таблица гиперфокального расстояния, то есть при котором
резкость будет до бесконечности и от определенной точки. Я оставлю ссылку на приложение, которое сделано очень грамотно, при том, что там указан не только гиперфокал, но указаны искажения, которые будут связаны с оптическими изменениями. Эта таблица, она достаточно просто работает. Два рычажка слева, расстояние, фокус, ну, соответственно, таблица вы все видите. Кто не справится, обращайтесь, я думаю, что это вам поможет. Так что гиперфокал. Вот сегодня такая у нас Sigma Lunata. Вот такая сегодня поездка. Ну, черно-белое или бело-черное, выбирайте сами. Важно, что Sigma с нами, Fuvion с нами. Ну и Fuvionage тоже. Друзья мои, спросите, в чем смысл сегодняшнего названия Sigma Lunata? В том, что я сегодня вам покажу и показал скрытые возможности Sigma. Возможно, что вы их не увидели, но если вы зайдете в мой Flickr и посмотрите фотографии, которые сегодня мы сделали в Лисьем носу, то я думаю, что у вас вопросы все отпадут. Поэтому смотрите мой Flickr, листовые фотографии, пишите, жду. Вот у этого знака мы с вами выходили, но здесь же мы, в принципе, возвращаемся к той же дороге, которая лежит, как я уже говорил, на 30-м меридиане легендарном.